Министерство сельского хозяйства ищет возможность проведения уборочной кампании по приемлемым ценам на дизтопливо. Напомню, с 1 июня повысится акцизная ставка на реализацию этого горючего, из-за чего вырастет и оптовая стоимость топлива в сетях АЗС. В Минсельхозе отмечают, ранее удалось отсрочить рост акциза с 1 апреля на начало лета. Благодаря этому посевную кампанию аграрии провели по старым ценам, еще не завышенным. Не будем думать, что нам нужно для того, чтобы как-то вот оказать какое-то содействие, чтобы цены были приемлемы для сельхозтоваров. Пока этот вопрос еще обсуждается.